Thank you.
вот обещанный рок. Ну, так себе. Это молодшой. Альпийский рок. Ну, это его версия телескопическая, пластиковая, карбон. Легче летать, он складывается, и проблем с Аэрофлотом нет. Что про него сказать? На нем очень просто играть, поскольку здесь нет никаких ни клавиш, ни вентилей, ни отверстий. Нет, впрочем, два отверстия есть. Вот и выход. Поэтому играть, что хочешь, все равно звучит. Да. Ну, важно попадать на нужные, правда, нотки. Грубо говоря, это большая фанфара. Такая, ну, помните пионерские лагеря, и там были фанфаристы. Я тоже начинал свою карьеру, играл на пионерском горне. И, собственно, вот эти все сигналы, которые еще сохранились, но они, правда, пришли из армии. И в пионерских лагерях, там, помните, бери ложку, бери хлеб и садись за обед. Или там вставай, вставай, дружок, с постели на горшок, вставай, вставай, порточки одевай. Мое поколение помнит, молодежь, конечно, уже не помнит. Так все эти сигналы можно сыграть на этом инструменте. Ну, я не буду этого делать сейчас, потому что это у нас заберут пионерский лагерь. Мы сыграем прям блок, вот три пьесы, три композиции. Одна называется «Альпийская тропа». Ну, это такая сюита из, будем считать, из трех частей. Оркестр занят в третьей части. Вторая пьеса называется такая минорная, «Crested Butte». «Crested Butte» – «Mont». Гора «Crested Butte». Есть такой городок, недалеко от Далласа. Горный. Действительно, ну, понятно, что альпийский, раз альпийский, значит, принадлежность к горам. И, конечно же, в горах этот инструмент звучит. Его слышно далеко, и акустика, конечно, резонанс. Все это я проходил, я часто играл в горах и люблю это дело. Вибрация. Это особая вибрация, которая терапевтически имеет эффект. Вот смотрите, мне 85, а я как выгляжу. Я шучу. Ну, тоже 65, тоже, в общем, возраст неплохой. Так что советую тем, кто обычно там ко мне подходит, Аркадий, а вот как мы так вот сохранились. Я показываю, как он собирается. Да. Почти что Копперфильд. Да, и я говорю, ребят, ну смотрите, вместо того, чтобы курить, там трубки всякие, да, вот, можете играть на таком инструменте, тоже та же самая труба, да, но легкие. Вот, кстати, сейчас вот, в наше вот это странное абсурдное время, когда вот эти всякие ковидные штуки, вот, пожалуйста, дышите, там, ингаляция, чем не ингаляция? Вот и все. Я не болел, кстати. Поэтому, ну, не важно. Значит, это вот Crested Butte Mountain, композиция, гора, большая, порядка 3000 метров. Мне, к сожалению, не удалось забраться наверх, можно было, но в этот день у меня был концерт, поэтому я где-то отметку 2000 преодолел и потом спустился вниз. И третья композиция называется «Робин». Она посвящена не так давно ушедшему замечательному актеру, конечно, вы все его знаете, Робин Вильямс. Вот такой блок с альпийским роком. Сейчас я его опять приведу в порядок. Вам не напоминает этот фильм «Бриллиантовая рука»? Брюки превращаются в элегантные шорты, да? Там, там. Вот это примерно так же. Сейчас я его опять верну в брюки. Кстати, у него еще есть лечебный, лечебная функция, почти как у диджериду.
Диджериду – это такой инструмент австралийских аборигенов, ну, символ мужского достоинства. В принципе, женщинам на нем запрещено играть. Вот, но я так скажу тихо, но кому надо, те услышат. Этот инструмент, как и диджериду, способствует потенции. То есть, если какие-то есть проблемы у мужчин, поближе. Правда, правда, вы думаете, я шучу. Я не шучу. Ну, еще есть этот целительный. Так, сейчас надо правильно вставить, а то еще не туда. На 10 частей. Вот. И смотрите, осторожно, чтобы я вас не задел. Ну, чем не Копперфильд? Так, дирижер появился? Нет, он ждет, пока я подготовлю орудие. А, собственно, ты рано вышел. У меня же... Ну уж ладно тогда. Вот так он собирается. Да. Мастер, который это сделал, он швейцарец. И действительно сам играет немножко. Играл, вернее. Его, к сожалению, уже нет. Но, тем не менее, его дочь продолжает делать эти инструменты. Занетти его фамилия. Занетти. Окей. Поехали. По-моему, такая есть одежная фирма Занетти. Окей. Thank you.
Thank you.
сейчас мы дадим. Thank you.
Чем не рок-бенд, да?